период с 28 января по 3 февраля на портал «Добродел» из Одинцовского городского округа поступило 675 обращений. Чаще всего граждане обращали внимание на уборку снега, медицину, содержание дорог и вопросы, связанные с жилым фондом. Анализ показал, что за неделю число повторных обращений значительно сократилось. Лучшую динамику в работе с порталом показали территориальные управления Одинцово, Жаворонковское и Успенское.